Войски внутренней охраны, войски внутренней службы, конвойная варта. За 100-годовую историю сучасные внутренние войски изменили несколько назвов, але их задача завсёды заставалась неизменной – внутренняя безпека страны. Непосредственно в Гомеле на початку 1990 года был створен специальный батальон милиции. Ти войсковая часть 55-25. Сегодня ветераны узгадывают, было зусім непросто, але свои задачи подразделение завсёды выконывало. Хоть умовы были практически спартанскими, а узровень злочинства куда больше высоким, чем зараз. По бытовым условиям, ну, сейчас души есть, сейчас есть стиральные машины. В наше время, конечно, такого не было. У нас была холодная вода, стиральная машина не была. Баня, как всегда, была раз в неделю. Вот. Ну, сейчас, конечно, намного существеннее, лучше. Дейшая зараз 6-я особная специальная милицейская бригада была сформирована у 2004 годе. Подчас урашистости у военнослужащие узгадывают историю свою части и отримливают узнагороды. Нагрудные знаки за самоотданную службу, гоноровые грамоты командующего внутренними войсками, юбилейный медаль 100 годов внутренним войскам. Только в минулом годе особистым составом войсковой части затримано больше як 13 тысяч правопорушальников. Свыше 300 разов на объекты выезжала саперно-пиротехничная группа. Знищена каля 700 выбухово-небеспечных предметов. Это наш передовой отряд, который обеспечивает вопросы охраны общественного порядка, вопросы взаимодействия, профилактики, раскрытия преступлений и других ряде служебных вопросов. Сравнивая с другими, дальним, ближним зарубежьем, я оцениваю, что наш профессионализм внутренних войск намного выше. С праздником, дорогие, уважаемые представители внутренних войск. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».